Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас 9 октября, год 2023. Мой канал для вас. Живу я в Брестском районе, Республика Беларусь. И вот вашему вниманию хочу показать виноград. Смотрите, в каком он состоянии. Сейчас мы его будем убирать. Вот вам показываю каждую. Он у меня на арке. Вот смотрите, какое состояние его. Какие грозди. Вот какая красота. Значит, этот виноград очень старинный. Какой там сорт и какое название, я особо не знаю. У него ноль обработок. Вот смотрите, ни одной обработки я с этим виноградом не делаю. Растет он в этом месте более 20 лет. До этого как бы он был большой куст, и вот укоренились черенки, и я вот сюда его посадил. Вот так он расположен у меня, смотрите, на арке. Вот такая красивая арка, вам видно. Арка очень высокая. И вот здесь он переходит на решетку. Вот покажу вам, чтобы было вам понятно. Вот здесь решетка такая. Очень, как бы вот так вот, такое место красивое. Вот такие лозы этого винограда. Вот так он выглядит. Там высоко было не достать. Вот так вот он выглядит. Он очень хорошо набирает сахар. Я его из года в год, у него такие свойства есть, что он становится вот таким полуизюмным. Сейчас вам покажу уже. Вот смотрите, видно вам, вот как в этом месте. Вот так вот он уже становится, смотрите. Вот так вот морщится. Там, кому это интересно, вот когда уже виноград подвяленный, вот в таком состоянии, рекомендую зайти на Google и на эту тему почитать, что это самые уже считаются у виноградарей дорогие вот винограды. Когда вот он, смотрите, вот так вот набирает максимально сахар, то, что вы будете там придумывать о том, что он скиснет, это не те сорта названия, которых сейчас уже начало с 2000 года появилось более 5000 штук. Я смотрел у одного блогера, и он рассказывал, а это вот те еще старинные, которые надежные. Он не укрывной, понятно вам, что вот так вот он смотрится, его укрывать не надо ничего. И подчеркиваю, ноль обработок, не надо его обрабатывать. Вот сейчас перейдем сразу, вот тоже смотрите, какая красотища. Перейдем, смотрите, следующий. У меня тоже такой же виноград. Был привезен из Молдавии. Это вообще тоже исключительный виноград. Какие вот тоже у него грозди. Тоже будем убирать. Этот мы употребляем в пищу, тот тоже. Сейчас идем дальше, покажу. Это тоже виноград из той серии. Ноль обработок. Вот такой вот урожай прекрасный у него. У него такой карамельный вкус. Тоже очень хорошо набирает сахар. И вот подчеркиваю, что сад находится в Республике Беларусь. Виноград не обрабатывал ни разу. Прошел он, скажем, все вот эти невзгоды и перепады температур. И вот вам видно,
в каком он состоянии. Вот показываю каждую ягодку, ничего не отбираю, чтобы вам было все понятно. Вот, смотрите, какой виноград красавец. Вот, будем убирать. Этот попозже еще уберем. Еще пусть пару дней повисит. Вот этот тоже. Смотрите, тоже такая красота. Кишмиш. Тоже ноль обработок. Вот тоже виноград. На 9 октября, смотрите. Растет здесь тоже более 20 лет. Вот такая вот у него лоза. Вот так расположен на решетке, кому интересно. Вот здесь у нас такая летняя кухня. Кто смотрит мои видео, я показываю ее. И вот такой вот прекрасный виноград, смотрите. Он мускатный. Вот весь чистый. Напомню, без обработок. Без обработок. Я противник вот этих всех обработок. Понятно, что эти винограды, которые сейчас, более их 5000 уже появилось за эти последние 20 лет, так называемых сортов, это в основном все тепличные. Виноград на арке убираем. Вот какой красавец урожай. Сегодня у нас 9 октября, Брестский район, Республика Беларусь. Вот какой красавец виноград. В каком состоянии. Вот смотрите. И какой урожай. Да, с лестницы приходится, но ничего, приятно такой виноград убирать. Максимально набрал он сахар. Такое я вам показывал состояние. Уже у него полуизюмное, вяленое. Можно на лозах оставлять его. Можно еще дальше довяливать. Это такой виноград, который кислым не станет. А только наберет максимальный свой вкус и аромат. Сколько получилось. Вот такая вот красотища. Будем еще весь перебирать, смотреть его. Вот такой вот виноград. Получился суперский виноград.